שלום, חג שמח. שים שבת שלום. שבת שלום. חג שמח. אמן. אז הגענו לחורף, כן? Мы сейчас все в суровом, в суровой зиме находимся. Сейчас мы походим. Санта-Клаус и Мадбекен народ, в принципе, каньон. И куда бы вы ни вышли, в немецкую колонию здесь, там везде Санта-Клаусы ходят, зажигают миноры, и уже субганьё, в таком городе мы живем. А с кем? Куфану и ухали в него? И это особенное время года. אז לפני כמה חודשים דיברנו על זהות והגדרה עצמית. И несколько месяцев назад, если вы помните, я надеюсь, да, мы говорили о том, кто мы являемся пред Господом Богом, мессианские евреи и вот все такое. אז הייתי רוצה להמשיך להביע את דעתי לאור חג חנוכה והחגים של החורף. И я хочу продолжить размышлять на ту же самую тему в свете праздника Хануки, который много говорит о том, кто мы есть. יש גם הרבה שמחה בחודש דצמבר. И в декабре есть вообще много радости. חוגגים כל מיני חגים, כל אחד חוגג משהו בחג. И каждый народ празднует все, что им хочется праздновать, потом все празднуют. אז אני שואל את עצמי, כיהודי משיחי בארץ ישראל, מה אני צריך לחגוג ואיך ולמה? И я, как мессианский еврей, живущий в ארץ ישראל, спрашиваю сам себя, о чем мне нужно праздновать, кого я должен праздновать? האם זה חשוב להליכה שלי עם אלוהים, אולי זה לא חשוב? И важно ли это вообще, что я праздную что-то для моего хождения с Господом Богом? Я, может быть, я буду как все и буду делать просто, что все делают. Дайте ищет, אנחנו עוסקים בחיים שלנו בלמצוא את האמת האבסולוטית, מוחלטת. И каждый из нас сам собою должен сделать хешбон. Мы ищем истину. Ту истину для нас самих, за которой мы хотим следовать. И я всегда думаю, вот то, что я делаю, как Бог смотрит на это. יש הרבה תיאולוגיות, הרבה פירושים לדברים שאנחנו קוראים. И мы слышим очень много теологических размышлений и выводов, которые звучат везде вокруг нас. אנחנו יודעים שהכתובים הם בערך קצת פחות מ-2000 שנה. И мы знаем, что священные писания записаны, закончили их записывать примерно 2000 лет назад. И мы знаем, что писавшие их двигались Святым Духом, когда записывали. Но мы знаем, что каждый берет эти священные писания и истолковывает их так, как он желает. И когда я думаю, вот слышал о чем-то особенном, или я слышал какую-то вещь, но я хочу знать не так, как люди рассуждают об этом, а что Господь Бог думает о том или другом месте. И как говорят критики, в чем была мысль записавшего эти слова. И когда Творец сотворял определенные уставы и законы, когда Он сотворял семейные устои, как должна семья выглядеть, и когда Он давал заповедь Торы, в чем было взаимоотношение одного с другим, человека с ближним своим, и когда Бог давал уставы о праздниках, в чем была мысль, и когда он давал праздники, по моему пониманию, у него была одна цель, чтобы дать эти праздники. И до последнего нашего дыхания на нас есть обязанность познавать совершенную волю Божию. И мы стараемся понять это, что вот эти вот слова, законы Божьи значат для нас, людей, живущих в земле. И когда мы прилагаем свое сердце, изучаем, читаем, слушаем, размышляем, мы тем самым приближаемся к Нему. И на самом деле хождение за Богом это не только коллективное, это что-то очень личное. И когда народ Израиля получал Тору на горе Синай, и там был один язык, который проговаривал ко всем. И там сказано, я говорю не вам, а я говорю к тебе. Там все обращения к каждому человеку лично. И есть в
Писаниях очень четко прослеживается мысль, Творец разговаривает с каждым человеком лично. И мы откроем сейчас второе послание филиппийцам. Филиппийцам, вторая глава. Третья глава послания филиппийцам. 15-16 стих. Итак, кто из вас совершенен, так должен мыслить. Если же вы о чем-то иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего вы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Не ваше это посудно. Я люблю эти стихи. У соседа мусульман. Он для меня делает определенный порядок. А в наша лиха ищет. И здесь как раз говорится, вот я иду, хожу за Господом. Тамид ищет кадму, твой подход. У меня есть продвижение по жизни, я двигаюсь вперед. В дарах посуд хазанах мы говорим, что Элоим ломар шеле афхад лишпот афхад. И здесь, через эти стихи, мы читаем также, что Бог запрещает одному человеку судить путь другого человека. Потому что каждый лично ищет Бога и сам делает какие-то выводы. И понимание каждого, достижение каждого, они личные. וזה מה שחשוב, אבל כתוב שאם אתה הולך בזה ועומד בזה באותו שלב שאלוהים מביא אותך, אז הוא ימשיך לקדם אותך ויפתח לך עוד. И здесь вот как раз об этом сказано, что если Бог тебя довел до этого момента, Он тебе открыл вот так, как оно тебе сейчас понятно, то и дальше Он продолжит открывать и вести тебя, будь уверен, двигайся. אבל בשביל להמשיך להתפתח, אתה חייב לעשות את מה שהוא הביא אותך היום. Но чтобы продолжать в этом последовательном развитии, мы должны понимать то, к чему Он привел нас сегодня. И здесь нам нужно понять такую вещь. Если ты до чего-то достиг, но ты никак к этому не относишься, то есть это только теория, то твоя вера, она мертвая вера. И все, что происходит в нашей истории, это хорошо. И то, что случается с нашим народом в исторической перспективе, это все очень важно. Есть там кешер машатидово. И всегда есть связь с тем, что должно наступить. Связь сегодня с тем, что должно наступить потом. А когда макса до рукава, вам объявил там. Но это все, как бы я называю сейчас вступление. Сейчас я подхожу к теме. Дворим хашувим, кмо там асмирин лизавши, нивнюба мишкан. И помним все вот эти вот золотые всякие принадлежности, которые по указанию Божьему или Моше Бецалель делал в храме. В этих вещах было будущее, какая-то мысль. Также в наших праздниках, когда мы празднуем что-то или не празднуем чего-то, это все влияет на будущее. Моше Катув. כל דבר שאנחנו עושים זה רק צל למה שעתיד לבוא. И одно место писания говорит, все, что мы делаем, это тень будущих благ, то есть вещей, которые должны прийти в будущем. ולדעתי זה מאוד מאוד חשוב להגיע לכוונת המשורר ולעשות אותם דברים איך שהוא התכוון. И именно поэтому нам важно понимать смысл, вложенный Творцом в слова, которые записаны по Его воле, чтобы мы могли ожидать чего-то грядущего великого. כי באחרית הימים כתוב שיהיה הרבה בלבול. И написано, в последние дни будет очень много всяких заблуждений. И враг, он будет подтягивать к себе мысли даже многих верующих, верных людей. И он не будет сводить с истинного пути верующих агрессивным образом. Это все будет происходить такими нежными заманиловками, которые даже не ощущаются. Но цель врага выстроить в нас смятение, чтобы мы не понимали, куда мы двигаемся. И тогда вещи, которые будут происходить вокруг нас в эти последние дни, вокруг нас, в нашей земле, в нашей стране, мы не будем понимать, посреди чего мы живем. И поэтому тогда наша часть во всем этом будет незначительной, мы не сможем участвовать и прилагаться.
Поэтому я говорю, каждая вещь, которая вокруг нас происходит, она важна. Elohim lo se dvarim stam. И Бог не делает ничего просто так. Ve'im anachnu osim mashu she'em ze basus v'shoresh, ulai ze ktzat ba'et. И если мы делаем чего-то, выдавая это за волю Божью, но в этом нет никакого основания и никакого библейского смысла, то это может быть просто пустые телодвижения наши. Ani lo edaber achshav al kol ha'chagei ha'choresh she'anachnu bedarach kalal nohagim la'chag kmo Christmas, Chag Ashura, Chatzei Ashura v'chulei. И я не буду сейчас говорить, даже не хочу подходить и говорить про Крисмас или про Сильвестр или про все вот эти вот вещи, которые вообще с евреями никаким образом не связаны. Кол ми шехогег эзе эйн бая, рак хашув шеикра ве'явин лама осе эт зе ва'ма ашо. И всякий, кто пытается все вот эти вот языческие вещи делать, пусть просто поймет, что в них, какой смысл, что, в чем он участвует, а не просто так следует слепой традиции. Но я хочу сегодня говорить о Хануке. И нам важно понять, что мы делаем в наших праздниках, прежде чем мы будем размышлять о языческих праздниках. אני ממש גאה, מה שנקרא, להיות שייך לעם היהודי. Я горжусь той милости Божьей, что позволила мне родиться и принадлежать народу израильскому. ולהיות כיהודי משיחי בארץ ישראל. И быть мессианским евреем в Эрец Исраэль, в Израиле. עם בעל היסטוריה עשירה מאוד. Принадлежать тому народу, который имеет такую значительную историю. אבל לפעמים אנחנו עושים טעות שאנחנו מתחילים בהיסטוריה שלנו לפני 2000 שנה. Но иногда мы делаем нашу ошибку, когда мы пытаемся начать нашу историю только 2000 лет тому назад. История об этом рука. Потому что еврейская история, она намного больше, чем 2000 лет. Маши Каранышна Альбанчина Зеркури, Шершорыш Мусуян. И то, что случилось 2000 лет назад, когда пришел Иешуа и совершил то, что он совершил, это являлось плодом того, что сделали более древние поколения евреев. Вашорыш Мамаш Амок Умитаме Кимат Ле Орыш Хамеш Талахим Шана. И если мы коснемся всей глубины того призвания еврейского народа, то там почти 5000 лет. ואם אנחנו לא נוגעים בהיסטוריה הזאת, אנחנו נהנים מהפרי בלי לדעת השורש. И тогда, если мы не прикасаемся к этой всей объемной истории, мы тогда просто даже не можем получить удовлетворение от всех тех плодов, которые тогда закладывались, а потом появились. ואם אנחנו לא חלק מהשורש, מאוד קל לבלבל אותנו. А если мы не понимаем оснований, с чего все началось, то нас очень легко запутать. לכן זה חשוב. Поэтому важно копать глубже. אז כאן הדמות. Это было вступление. И мы знаем из священных писаний, что есть целый ряд праздников, которые писание обозначает все праздники Господни. ויש חגים שפשוט נחגגים אחרי אירוע משמעותי של עם ישראל. Но есть другие праздники в священных писаниях, которые стали праздноваться после каких-то определенных исторических событий. שניים מהבולטים ביותר זה ספר אסתר. И два таких значительных праздника. Это один из них ספר אסתר. Какой праздник? והשני זה חנוכה. והשני это вот тот, который мы сейчас празднуем, חנוכה. מה שמעניין, חנוכה הרבה יותר משמעותי לעם שלנו, אני תכף אסביר למה. И я скажу вам так, что Ханука она очень значительный праздник для нашего народа, сейчас поясню почему. וחנוכה אנחנו קוראים על חנוכה מספר המכבים. И про Хануку мы читаем в маковейских книгах, которые записаны в неканонических священных писаниях. אנחנו ניגע בהיסטוריה הזאת, אבל מאוד מאוד מומלץ לקרוא את ה... И я всем вам, мы немножко разберем эту историю, но я всем вам советую копнуть в интернете, если у вас дома нету, и прочитать всю эту историю маковеев. נראה שאלה פשוטה, למה ספר אסתר מופיע בתנ"ך וספר מכבים לא? И мы можем спроситься, задаться таким вопросом. Почему история Эстер про Пурим присутствует в священных писаниях, а история про Маккавеев нет? Отчувай пшута меот, бегаши азерам шелам Маккавим аю хашмунаим, бейт хашмунаим. И ответ он очень прост. Маккавеи, они были из линии священства хашмунеи. ומה שאנחנו רואים יש לנו בתנ"ך היום, שאורכב בשנת 70, הרכיבו אותם הפרושים. А то, что мы читаем сегодня, то, что названо священными писаниями, это было закончено
теми, той группой в иудаизме, которая называется трушим или фарисеи, они противостояли хасмонеям и составили свою узкую версию. Только Минастан, когда Шеймберки вот Асефер заимлоев цулахнис машушу медаберла оевша на политике. И когда они составляли версию священных писаний, то они избежали того, чтобы вносить в священные писания те тексты, которые были записаны их религиозно-политическими оппонентами. Тогда это было в еврейской среде. Задавалось ему отхожу в лавинуто. И важно понять это. И политика мужская кольдоваться на конче, а кто вимен мудрахим эльдейруха кодыш? И с одной стороны мы да, знаем, что священные писания и их запись, она всегда руководилась Святым Духом. Но не всегда те, кто составляли так называемый канон или состав текстов, они всегда были движимы Духом Святым. И всегда есть где копнуть вглубь и попытаться разобраться в истине. И это интересно. Ханука. Если мы откроем Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 главу. Посок 22, 23. 10 глава Евангелия от Иоанна. 23. Я читаю с 20 стиха. 10 глава? Да. 10 глава, 22 стиха. С 22 стиха. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, Ханука. То есть записано в Новом Завете, 10 глава Иоанна, 22 стих. И была зима, и ходил Иешуа в храме в притворе Соломоновом. Я на иврите тоже прочитаю, чтобы вы видели, слышали знакомые слова на оригинале. Вот та эт хагигу Иерусалим эт хага Ханука, хорев хая. И там так и сказано, в это время праздновали в Иерусалиме праздник Ханука. Хаг мод гадоль в мод хашу лам. И это был всегда значительный, большой праздник для еврейского народа. В митсуян кан ши Ишуа бацмо агия лахога да хага за бабет амигдаш. И интересно почитать, что Ишуа сам приходит, чтобы праздновать этот праздник в храм. Им за хашу в ло, за цепрот хашу лам. И мы воспринимаем от простого, если это было важно ему, то оно важно и нам. А говно готов, что еще агия лахог как пурим. Мы не читаем, где Иешуа праздновал как пурим. Про Ханука как я называю. Но это не значит, что пурим не надо, но про Хануку указано. Кен, а за Ханука мемила лахнох машореш ханах. И ханах за Слово Ханука это от слова обновлять. Продавара гадоль шакарашим за Ханукат абейт мигдаш в Ханукат амизбеа. И то, что мы знаем из истории Маковейских книг, было обновление храма и точнее обновление жертвенника. И маша нахлусим ахшар, ханатукаем захад. И сейчас мы находимся в середине праздника. Мана хуфлим сугганиот, лебегот. И мы кушаем все такие мягкие булочки, сугганиот. Кто не кушал еще в этом году сугганиот? Мучное не ест. А? Мучное не ест. Чего? Мучное не ест. А, мучное не ест. А, ну это другой вопрос. А знаешь, на каким народе и мы зажигаем 8-9 свечники. Вехугим до 8-ми. И мы празднуем 8 дней. Аху мавелим, маш аху сим, уро. Мавелим, ваш аху сим. И большинство из нас, надеюсь, понимает, что мы делаем, но многие так и не знают. Ну все, и мы тоже зажигаем чего-то. והייתי רוצה לשאול פה את האנשים, מה הנס הכי גדול שקרה בחנוכה? И кто-то может ответить, кто помнит, какое самое большое чудо, которое случилось во время Ханукки? Масло. Кто помните, написано про это чудо? Маковея. Окей, Маковея. Нет, но ладно.
Хорошо, что мы услышали тот ответ, который услышали. Давайте разберемся. Поэтому это будет полезно 20 минут понять, что же там на самом деле случилось. Аз мичи седа да хагла решена, хада ханка, я и да макаби, бишна, мя шевим ва арба лифнен сфера. 174 года до Рождества Иешуа, Иуда Маккабей, он первый стал установил этот праздник как праздник, который нужно было праздновать. И Израиль в это время проходил невероятно тяжелые обстоятельства. И примерно 330 лет до Рождества Иешуа начались проблемы здесь, в наших краях, с приходом Александра Македонского. И, по сути, он захватывал мир, и с этого момента эллинистическое влияние жестко распространилось на нашу землю. И один из его потомков, Антиох, Эпифан, 200 лет до Рождества Иешуа, он сумел захватить политический контроль над страной Израиля. И, по сути, ту часть бывшей Александра Македонского империи, которая здесь держала контроль, называла Сирийско-Греческая империя. И в этот момент условия проживания и особенно религиозной части нашего народа были ужасными. И все эти оккупанты греческо-сирийские, они пытались изменить нашу веру. Во-первых, они расквернили и сделали много разрушений в Иерусалимском храме. И на самом центральном жертвеннике они закололи в жертву Зевсу свинью. И, по сути, они выстроили такие законы, чтобы евреи оставляли свою традицию еще со времен Авраама или Моше и становились более эллинизированными, становились как греки. И те, кто отказывались обратиться в, я хотел сказать, ислам, в яванизм, в греческую многобожие, выдало поклонство, над ними издевались жесточайшим образом. Пытки и все, что хотели. И очень много евреев тогда просто предпочли смерть, чтобы тому, чтобы уйти от веры своих праотцов. Греки, они все предлагали для евреев, деньги давали, чтобы только уйти от той веры, которая была предана от отцов. И нам очень важно услышать и понять вот это слово сионизм, то есть тот первый сионизм, когда наши пра-пра-пра отцы любыми средствами хотели здесь остаться, сохранив свою веру. И отец Иуды, его звали Маттитьяху, и он был один из священнической касты, он, по сути, поднял бунт против греков. И после того, как он был убит греками, Иуда, его сын, он взял руководство этим восстанием. И, как ни странно, они были меньшинство, но с многими молитвами и помощью от Господа Бога они победили в этом восстании над греками. И самое большое чудо Хануки, их было просто мизерное количество, но они смогли победить эту оккупационную армию греков. В этом чудо Хануки. И это то чудо, которое единственное чудо в Хануке. Чуть позднее я расскажу, откуда родилась история с маслом. Иудая Мацби Мод Хахам. И Иуда Маккабей, он был очень мудрый и прозорливый человек. И также он был очень верующий человек.
его душа была в руках Господа. ויחד עם האסטרטגיה נכונה ושמירה של אלוהים הם ניצחו. И он пользовался двумя вещами. Сильной верой, доверием Господу, также стратегией, которую он получал от Господа. ואמרת זה מאוד חשוב, כי הוא הגיע למצב שיוונים התחילו לפחד מהיהודים. И что случилось в результате этого восстания, что оккупационная огромная армия стала вдруг бояться горстки восставших евреев. והרומים התחננו לחתום איתם על הסכמים. И римляне приходили, чтобы помочь им подписать договора, мирные договора, старые договора Осло. כי הם רצו לחתום עם הסכם עם יהודים בשביל להילחם נגד יוונים מאוחר יותר. То есть римляне, потом будущее Римская империя, до этого они заключали с евреями договора, чтобы вместе объединенно бороться с греками. То есть еврейское меньшинство было хорошей подспорьем для Рима. וזה נס ענק. И это, по сути, большое чудо. כי כמה דברים קרו אחרי המרד, מאוד חשובים. Потому что после этого восстания несколько больших вещей случилось. Маккабеи הקימו אוטונומיה יהודית בארץ ישראל. Маккабеи, они выстроили автономию в Израиле. שאף אחד לא נגע בהם, לא ביקש מיסים, הם היו עצמאים לגמרי. И они выстроили такую позицию, что никто не просил у них ни налогов, ни трогал их. Они просто там закрылись и строили свое государство. הם הקימו מלוכה וכהונה. Они выстроили господство, царство, священство. ועשו מה שבא להם. И они делали то, что они хотели делать. הדבר הדומה הבא שאנחנו רואים זה רק ב-1948. הדבר הדומה הבא של מדינה עצמאית, רק ב-1948, 2 שנה אחרי זה. Подобная вещь случилась повторно в нашем регионе только в 1948 году. Что случилось в этом году? ובעצם מה שעושה שם, זה היה המוטיבציה שהרבה ציונים בשנים שלנו. И то, что случилось тогда в руках Маккавеев, это дало много мотивации тем сионистам модерным, которые начинали наше государство после Второй мировой войны. И вторая вещь, которую Маккавеи сделали, сломав римлян, они осветили или обновили жертвенный культ в нашем храме, во втором храме. ואי אפשר לחדש את המזבח, הם פירקו אותו ובנו חדש. И невозможно было оскверненный жертвенник очистить, они его разобрали и восстановили новый. כי הרבה חזיר וקרב לאלים וכל מיני דברים. И так, потому что там до этого было очень много идола жертвенного сожжено, и он был слишком осквернен. אנחנו נקרא קטע קצר מספר המכבים. И я сейчас прочитаю вам короткую историю из Маккавеев. Это четвертая книга, первая книга Маккавеев, 4 глава, с 52 стиха. В 25-й день 9 месяца, месяц Кислев, 148 года, встали весьма рано и принесли жертву по закону, по новоустроенном жертвеннике всесожжения. В то время, в тот самый день, в который язычники осквернили жертвенник, обновленным с песнями, с цитрами, гуснями и кимвалами. И весь народ падал на лицо свое и молились, и высылали благодарение на небо благопоспешествующему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося всесожжение и вознося жертву спасения и хвалы. И украсили переднюю сторону храма золотыми венцами и щитами, и возобновили ворота и хранилище, и сделали для них двери. И была весьма великая радость в народе, и отвращено было поношение язычников. И установил Иуда и братья его, и все собрание Израиля, чтобы дни обновления жертвенника празднованы были с весельем и радостью в свое время, каждый год 8 дней, от 20-го дня месяца Кислева. Давар гадоль карабам. И большая вещь случилась в среде нашего народа. Везимот релевант и гам лавар, и гам лати. И это все очень важно и актуально для того, что было тогда, и для того, что случилось потом. Кифоль шанаху митрахким маамакор, ютер каше лакзик башорош. Потому что чем дальше мы отдаляемся от начала, тем тяжелее удержать ту связь с корнем. Аба задаем хашу. Но важно это. Очень важно. אז למה בעצם שמונה ימים הוא אמר? А почему 8 дней? Здесь тоже про 8 дней написано. כי יהודה לא הקים משהו אחר.
Потому что Иуда не знал ничего другого из Писания. Потому что когда Шломо Мелех он выстроил по Божьему слову первый храм, то все мероприятия по освящению храма длились 8 дней. И когда Иезекия тоже обновлял храм в свое время, то тоже все празднования и освящения проходили 8 дней. А почему Шломо делал это 8 дней? Еще, да? Отцевой и Луиш в Суккот. И повеление было сделать это на Суккот. Шелуим цива лагог хаг Суккот и Ашмунами. И праздник Суккот, он двигается, он празднуется 8 дней. ומישה חגג ראשון את הסוכות שקיבל את הציווי הזה, זה היה אברהם. А первый человек, который праздновал Хага Суккот, по всей видимости, это был наш праотец Авраам. קצת לא לוגי, כי אברהם היה הרבה לפני יציאת מצרים. Это немножко странно и не очень логично, потому что Суккот, наверное, каким-то образом связан с той долиной Суккот, которая случилась там, где они жили в Суккотах по выходу из Египта, а Авраам никогда не выходил из Египта. Но если мы читаем какие-то источники, которые рассказывают о восстановлении и созидании еврейской традиции, Авраам כבר קיבל את הציווי של לחגוג את הסוכות בשמונה ימים, כי זה צבר של משהו שעתיד לבוא. По всей видимости, у Авраама было понимание вот этого восьмидневного праздника, как тень грядущих благ. Вот так, по крайней мере, мы должны разобраться. Поэтому все вот эти вот намеки важны. אז איך בעצם הגענו לנספח השמן, סופגניות, סביבונים? Откуда пришла идея соливончиков этих и этих сдобных булочек с вареньем внутри и 8 дней, что горела свеча? שלא תחשבו אני מלמד נגד החג או משהו כזה, אני רק מסביר את המשמעות. Не подумайте, что я учу чего-то против праздника, я просто вам рассказываю, как вещи развивались. היינו רוצים שבקהילה שלנו אנשים יעשו דברים כמבינים. И я бы очень хотел, чтобы в нашей общине люди делали вещи с пониманием, а не просто как все делают. И фарисеи, мы помним из Нового Завета фарисеи, которые были группой противостоящих с Манеем, они попытались стереть с истории израильского народа всю ту вещь, которая случилась. И за 500 лет игнорирование фактов, они смогли много чего сделать. Но полностью истину очень сложно скрыть. И в 500 году после Рождества, то есть 1500 примерно лет назад, он обновился этот праздник, и его опять стала еврейская община праздновать. ואנחנו מתחילים למצוא את זה בכל מיני, בגמרא ובהלכות, כל מיני סיפורים של החג. И если мы обратимся к текстам Хазаль, Хамим, которые были последователями Пурушим, они в Гумаре и в других местах они стали упоминать опять про праздник Ханука. אבל פתאום אנחנו רואים נס חדש שצץ פה, את התקופה של נס פך השם. Вдруг они стали описывать, что во время этого праздника Хануки случилось чудо с баночкой с маслом. כי בכל זאת הם לא רצו לתת את הקרדיט למכבים. То есть они не хотели много говорить за героизм Иуды, который стоял за еврейскую традицию, просто 8 дней по традиции Шлома и Иезекии сделали это, они хотели с Лиецер, создать, искусственно создать новое чудо. А возможно, некоторые из фарисеев просто имели в своем владении много пекарен, и нужно было заработать хорошие деньги. Все. Иногда тоже пикается. И вот мы читаем про историю с восьмидневным горением масла. Эта история началась только примерно 1900. А в 16 веке ко всей этой истории вдруг добавляется еще Савивон. Савивон, софт.
И Соливон это было наподобие современного покера. Нельзя играть в покер. Современного покера, карточной игры или как рулетки. בעצם איך שזה עבד, רק להסביר, כתוב שם האותיות נון גימל היי נשין. И там на нем, на этом соливоне написаны на иврите буквы нун гимел шин хей. ושזה הפירוש נס גדול היה שם. И перевести эти слова можно такими словами: большое чудо случилось там. המשחק היה מאוד פופולרי בקרב היהודים. И среди евреев нужно было развивать еще доминика Лас-Вегас. ואפילו יש בהלכות שבמשחק הזה מותר לשחק בחנוכה. И даже в некоторых алахот, в некоторых текстах, которые писали раввины, они позволяли в эту игру играть в хануку. כי הם טענו שכשהיה המרד היווני, אז היהודים שיחקו בסיבובונים בשביל שלא ידעו שלומדים תורה. И они примерно такую историю предложили, что во времена бунта хасмонеев евреи играли в эти кручевки, чтобы скрыть, что во время, в то время, когда они изучают сефер Тура. То есть приходили греки, они раз закрутили, что типа мы играем тут на деньги. אני לא חושב שזה בכלל חשוב מה יהודי עושה באותה תקופה, אם יווני נכנס הביתה. Я вообще не думаю, что было важно, что евреи в те времена делали дома, если греки заходили к ним в дом и видели там евреев, соблюдающих Тору, то это было... И мы еще какие-то вещи поговорим. И когда есть традиции, крутится Соливон и выпадает на букву Нун. Это как бы германит «нихт» о «нищт» по идиш, «за клюм». И то это «нун». На идыше есть слово «нихт». Это ничего. Ничего. Типа, то говорит, что это... Ты не выиграл ничего. Но кабель так есть. То есть ты крутанул на «нун», ничего не получил. Им зовут «гимель», «зе ганс». Это можно также по-русски перевести как «нун». Нет. Нет. Им зе от «гимель». На «гимель» падает. «Зе ганс», «зе околь», «рогер», «рогер». «Ганс», да. Ты берешь на идыше. Все. Кто тут весь идыш? Ганс это все. Од хей зе халф, только хэцма. Хей это халф, половина. Вешин зе штал ин, это мосиф манбе. А, шин это когда тебе нужно добавить монету. То есть такая очень легкая казино игра. Аз им ванаху курим савэль на ладим, аз бонни сафэк бельфе пролим. Поэтому если мы уже покупаем савивоны для хануки, аз давайте уже будем играть, как там написано. אז זה קצת לגבי המסורת שאנחנו דבקים בהם. Я просто хотел рассказать ту историю или ту традицию, которая кралась, и она как будто записана из святого, но это достаточно новомодная традиция. ואני כן אוסיף מילה לגבי חגי דצמבר. И я хочу пару слов сказать по поводу других празднований децембра, в декабре. יש לוח שנה של יוליוס הקיסר משנת 45 לפני הספירה. И есть календарь, который был разработан во времена императора Юлиуса в 44-45 году до Рождества Христова. Он ציין, что 25 декабря זה יום הקצר ביותר בשנה, ואחריו הימים מתחילים להתארך. И Юлиус во времена установления этого календаря при Юлиусе было сказано, что 25 декабря это день, когда самая длинная, это когда самая длинная ночь. Это самый короткий день, и потом начинает длиться. Да, самый короткий день и самая длинная ночь, и после этого день начинает удлиняться, а ночь укорачивается. И очень много идольских организаций, идольских культов им понравилась эта идея, потому что у них было много всяких церемоний вокруг солнца, и это было принято на ура, и стало вокруг этого развиваться много традиций. И после этого провозгласили, что это праздник света. И потом, когда церковь уже во втором-третьем веке отступив от еврейских корней, ей очень понравилась эта идея, и они туда также написали Рождество. Рождество Иешуа по всем признакам никогда не было в декабре. А вот там хагим хилку арбе матанот лиилдим.
в эти праздники раздавали очень много подарков детям. Ахну коне офели худи. И давали качественную еду. Вырацадану за гамигелы хану. И таким образом также эти вещи внедрились в празднование Хануки, потому что часто это примерно в одно и то же время, в этом году чуть раньше. Там колька шула кесов, братат кесов, бумаданавы. И давать деньги в подарок, и все такое. То есть так, так создалась современная традиция. И эн шум сикуши ишу агамну рады похоже. И мы, изучая Священное Писание, видим, что нет никакого шанса, что Ишуа родился зимой. זה קצת על השורש, ולמה סיפרתי לכם את זה היום? И почему я вам рассказал все это, всю эту историю? כי לדעתי זה חשוב. Потому что нам важно знать истину. חשוב להתקרב לשורש. Важно знать, с чего все началось. ככל שנתקדם יותר בלבול. Потому что в дальнем будут добавляться какие-то новые традиции, и мы можем вообще позабыть ту нить, которая связывает нас с правдой. ואנחנו מחליטים איך לחנך את הילדים שלנו, איך להשפיע על העם שלנו. Мы уже сегодня решаем, как и что мы рассказываем нашим детям, и чему мы учим их и наш народ. ואפשר לזרום עם הזרם, אבל צריכים להבין מה הכוונה של אלוהים בכל הדברים. Поэтому нам важно понимать, что происходит, и мы должны иметь истину от Господа, и с ней оперировать. וכשאנחנו רואים חוסר סדר בירושלים או בארץ, דברים גדולים קורים ברמה בינלאומית, אז אנחנו צריכים לשים לב. И когда мы вдруг вот сейчас, просматривая новости, вдруг видим, что в Иерусалиме или в стране, или во всем мире происходит очень много балагана, просто странные вещи, балаганистые вещи. Мы должны понимать, что вот из-за того, что даже в традициях есть много балагана, оно все выплескивается как раз в это время. И нам нужно знать, почему это, и молиться Господу, чтобы Он порядок внес. אני חושב שלנו כקהילה יהודית משיחית בארץ ישראל זה מאוד חשוב. И нам, как еврейской мессианской общине, которую Господь Бог установил в Эрец Исраэль, важно понимать все. אנחנו נמשיך להתקרב לשורשים בתור יהודים, מאמינים בישוע בארץ ישראל. И мы будем продолжать приближаться к нашим корням, как еврейская мессианская община. Здесь у нас есть евреи, не евреи, не имеет значения, но все в одном духе приближаемся к тем основаниям, которые Господь Бог дал в Священных Писаниях без всяких этих наворотов. אז זה קצת חומר למחשבה. поэтому я хотел вам дать вот этот. סליחה אם העמסתי. понятно про Савилон? Поэтому уже легче ехать в Лас-Вегас. Про булочки, ну булочки еще никто никому не запрещал. А все остальное нам нужно понимать, по гетеронорме, не самым большим делом было масло оливковое или подсолнечное, да, или виноградных косточек. А самым большим делом было то, что Бог обновил, дал землю еврейскому народу и дал обновить храмовое служение. И на самом деле сегодня в некотором роде то же самое происходит. И мы, как мессианские верующие, должны стоять здесь на всех древних основаниях, развивая веру и развивая стандарт Божий. Вот на этой радостной ноте я хочу помолиться. Прошу вас, да, давайте. Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господь, что мы, да, принадлежим, нахну кенгам кшурим для Ханука. Мы, да, принадлежим Хануке, тому великому обновлению, которое случилось здесь. И мы просим, Господь, чтобы Ханука, обновление случалось в наших сердцах, чтобы удалял Ты оттуда, Господь, через действие Твоего Руаха Кодеш, всякую грязь, всякую вещь недостойную или кривую, давая нам стоять на шороше, на основании, которое предано нам Торой, Иешуа, Новым Заветом, которое есть и двигается со времен Авраама, чтобы мы могли быть светом для Эрец Исраэля и для всего мира. Я прошу Тебя, Господь, освети и обнови нашу землю. Удали нечистое из нашей земли. Измени мотивации людей. Храни нашу землю. Сейчас время неспокойное. Мы молимся, Господь, чтобы Ты сохранил нашу страну, наших людей, защитил, дал врагам страх, ужас, как в дни древние, и чтобы боялись приближаться к Твоему народу, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что в эти дни мы слышали
то значительное провозглашение, что Иерусалим – это наша столица, и это что-то особенное, потому что в этот город ты будешь возвращаться, Иешуа, мы знаем, в этот еврейский город ты будешь возвращаться. И это не значит, что там не могут жить гоим, или арабы, или мусульмане, или еще кто. Все могут жить, но зная, что это еврейский город и столица Израиля, мы просим, Господь, чтобы ты благословил и разрушил всякое противостояние. Вот сейчас мы видим то, что случается и сказано в Захарии, и станут восставать против этого понимания, и обложат нас всякими вещами, будут критиковать, но ты, Господь, сокрушающий все эти критики. Мы просим тебя, Господь, чтобы мы жили в нашем еврейском государстве, и чтобы мы видели здесь рассвет, рассвет веры, рассвет Божьей воли, рассвет того, что место, куда еще придет. Помоги нам, Господь, как мессианским верующим, жить в Твоем благословении и защите. Прошу Тебя, Господь, дай нам подниматься и развивать наших детей, наши семьи, видеть, что мы как имеем свой статус кво, и есть слово истины в наших устах. Я прошу Тебя за общину Шавей Цион. Прошу Тебя, Господь, позволь нам сделать все наши реконструкции, связанные с домашними группами, с членством, со всеми нюансами, с волонтерством, чтобы мы видели, Господь, благословение и Рух Ходишь здесь, двигаются внутри. И мы просим, Господь, чтобы Ты спасал людей, давая им будущность и надежду. Нахну мудим лехаава, шиата шумер алейну, шиата гадоль меаль кулам, нахну мишпалену мадон, шехесед шелха игдаль тиварех утану. Башем Ишуа Амашиах. Аминь. И варех леха Адонай ва ишмиреха. Яэр Адонай пана велеха ва ихунеха. Иса Адонай пана велеха. Ва ясем леха шалом. Вашем Ишуа ха-Машиах.